В Омске педофил притворялся девочкой и вымогал у маленькой Амички ее фотографии в обнаженном виде. Об этом в социальных сетях рассказали родственники ребенка. Мужчина писал девочке под видом ее сверстницы. Он предлагал подарки, обещал помочь девочке стать знаменитой. Взамен просил прислать фото без одежды. Впрочем, родители вовремя заметили подозрительную переписку. Сейчас страница мошенника удалена. Как сообщили в полиции, таких случаев зарегистрировано очень мало. Семьи редко подают заявление из-за того, что боятся огласки. Однако родителям, особенно девочек, рекомендуют сразу обращаться к правоохранителям, чтобы обезопасить ребенка. Ваша фамилия, имя, отчество. Для защиты детей от нежелательной информации, которую они могут получить при использовании сети интернет, необходимо установить программы родительского контроля, которые ограничат доступ ребенка к нежелательному контенту. Также не лишним будет отслеживать, с кем общается ребенок в социальных сетях, на какие темы. При малейшем подозрении, что в отношении несовершеннолетнего может быть совершено преступление, родителям или законным представителям несовершеннолетнего необходимо обращаться в полицию.